Представляем вашему вниманию автокресло Weldon Royal Baby Isofix, предназначенное для детей от 9 месяцев до 3-4 лет, весом от 9 до 18 килограммов. Давайте посмотрим, как им пользоваться. Чехлы кресла съемные, их можно снять и постирать при температуре 30 градусов вручную или на режиме деликатной стирки в стиральной машине. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками легко расстегиваются при помощи кнопки посередине. Чтобы ослабить их, воспользуйтесь кнопкой под клапаном в передней части. Чтобы подтянуть, воспользуйтесь дополнительным ремешком спереди. Высоту ремня безопасности можно отрегулировать. О том, как это сделать, вы можете прочитать в инструкции. Наклон кресла можно отрегулировать при помощи рычага в передней части под сиденьем. Вот таким образом. Давайте посмотрим, как установить автокресло в ваш автомобиль. Данное кресло устанавливается по ходу движения двумя способами. Либо при помощи системы Isofix, либо при помощи штатного трехточечного ремня безопасности вашего автомобиля. И в том, и в другом случае для дополнительной устойчивости используется дополнительный упор в пол. Итак, если в вашем автомобиле есть крепление Isofix, это значительно упростит процесс установки. Просто выдвиньте крепление кресла. Для этого воспользуйтесь рычажком в передней части базы. Теперь совместите крепление кресла с креплениями Isofix вашего автомобиля. Если вы все сделали верно, на креплениях появятся зеленые индикаторы. Чтобы придвинуть кресло вплотную к спинке сиденья, снова воспользуйтесь рычажком на передней части. Далее отрегулируем дополнительный упор в пол. Это очень просто сделать, повернув его по часовой стрелке и выбрав нужную длину. Теперь кресло зафиксировано надежно. Если в вашем автомобиле нет крепления Isofix, воспользуемся штатным автомобильным ремнем безопасности. Для начала, для удобства установки, приведите кресло в максимально горизонтальное положение. Возьмите ремень безопасности автомобиля, сложите его вдвое и пропустите между сиденьем и базой автокресла. Нижнюю часть ремня проведите по красным направляющим. Закрепите ремень в замке. Верхнюю часть ремня закрепите в специальном красном фиксаторе. Далее обратите внимание на два фиксирующих стержня на спинке кресла. Выньте нижний. Теперь вы можете отодвинуть спинку кресла и пропустить за ней ремень. Выньте верхний стержень и пропустите под ним верхнюю часть ремня безопасности. Вставьте назад стержни и закрепите их в фиксаторах. Удостоверьтесь, что ремень достаточно натянут и не перекручен. После этого можно отрегулировать дополнительный упор в пол. Перед использованием автокресла обязательно внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.